Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие 5 минут все самые заметные новости и недобросовестные работы сферы ЖКХ края. Коротко о главных темах. Крысы наступают. Кто и когда должен помочь избавиться от грызунов в многоквартирном здании? Опасный дом. Почему некоторые барнаульцы боятся жить в собственных квартирах? Жители барнаульской многоэтажки объявили войну крысам. Там их развелось так много, что впору на вход в подъезд вешать табличку «Осторожно, опасно для жизни». Эта история стала одной из центральных в наших прошлых выпусках, станет центральной и в этом. Все потому, что даже после огласки этой проблемы с экранов телевизоров ничего так в доме и не изменилось. Управляющая компания, как она ни была на месте, так ее и не было. Роспотребнадзор тоже пока о себе никак не отозвался. Ее личная война с крысами идет уже несколько лет. В доме по улице Смирнова, 92, грызуны обитали всегда. Правда, в последнее время их количество резко возросло. Жильцы уверены, популяция увеличилась из-за соседства с продуктовым магазином. Говорят, возможно, это связано с антисанитарными условиями на складах. Вот и лезут крысы по этажам. Инициативная группа уже несколько раз просила коммунальщиков потравить незваных гостей. Каждый раз никаких ответных действий. Проблема, уверена Елена, здесь нужно решать кардинально и как можно быстрее. Иначе чума, тиф, бешенство и сибирская язва – это болезни, которые передают грызунами, станут обычной практикой в доме. Я настояла на том, чтобы работники Роспотребнадзора немедленно выехали на место, значит, в присутствии управляющей компании посмотрели, как из магазина это все происходит, и забетонировать все входы. Барнаульцы искренне желают, чтобы в их доме и поскорее обрушилась стена или лестница. А может быть, после этого, говорят, на них наконец-то обратят внимание чиновники. Здание буквально каждый день на глазах рассыпается от старости. Для нашей съемочной группы жильцы провели экскурсию по самым опасным местам, и вот как это было. Вообще отходит. А то-то вообще дыра, вот, насквозь дыра. Все это течет, оно вот сейчас еще капает отсюда. После падения в нескольких местах потолка некоторые домочадцы предпочли переехать, остальные живут здесь, где каждый день словно на пороховой бочке. Вроде бы говорят, и крыша над головой есть, но в любой момент может обрушиться. Этой двухэтажке больше 100 лет. За все эти годы здание серьезно ни разу не ремонтировали. Деревянные перекрытия уже давно сгнили вместе со ступеньками. Нынче вообще все сорвало вообще у нас. И там, видите, он на боку уже падает, все у нас. Все, совсем невозможно уже никуда. Лесенка, вот видите, что делается. Все развалилось. Использовать электричество опасно, проводку здесь никто не менял. Стены в трещинах, отслоились обои, отваливается штукатурка. Как ветер подул из-под плинтуса, все обои задрало. Даже вон, видите, как плафон висит у меня. Вот такие вот, так вот мы живем здесь. Очевидно, даже без экспертов, жить в таких квартирах небезопасно. Дом на улице Чехова, 14, официально признан аварийным. Судя по документам, которые удалось найти в глобальной сети, здание пойдет под снос через 2 года. Устоит ли до этого времени, жители сомневаются. Я нынче звоню в администрацию, мне сказали, говорит, нет, на 19-й год у вас перенесли. Я говорю, куда же нас переносить уже? Нас уже переносить некуда. В других ситуациях, когда в доме должен быть проведен капитальный ремонт, но жители не знают точные сроки, нужно обращаться сразу в несколько ведомств, говорит наш эксперт Наталья Новоселова. Алгоритм действий един. Что касается капитального ремонта, для того, чтобы узнать, внесен ли этот дом программу капитального ремонта, нужно обратиться в комитет коммунального хозяйства при администрации города. Действительно, в программе ли это этот дом? И как это производится, это первый момент. Второй момент, нужно обратиться к региональному оператору, посмотреть, есть ли накопительные какие-то средства по данному дому, чтобы действительно сделать запрос и внести его в программу капитального ремонта, и также провести собрание с собственником по необходимости проведения капитального ремонта, оценку сделать, что конкретно капитального ремонта нуждается, и также все вопросы вести только с комитетом коммунального хозяйства при городе Барнауле. На этом у нас все. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежний, 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До встречи ровно через неделю. Не пропустите.